Удар стихии обрушился также на Австралию. Свидетелями редкого природного явления стали члены съемочной группы. Огненный торнадо пронесся в 300 метрах от режиссера Криса Тенджа и его коллег, которые снимали свой новый фильм в пустыне в центральной части континента. 30-метровый столб пламени бушевал рядом с ними целых полчаса. Захватывающее зрелище удалось запечатлеть операторам. Такие смерчи также называют огнями дьявола. 90 лет назад опасный вихрь возник в Японии. За 15 минут его жертвами стали 38 тысяч человек. Island 7 News.